Инфляция идет на спад. Областная власть записала себе в актив снижение одного из важнейших экономических показателей на 0,2%. Было 2,2, стало 2. Как сообщил Александр Син, теперь регион занимает 8-е место в стране вместо прежнего 3-го. Но при этом цены на некоторые продукты питания в области продолжают расти. Так, по словам заместителя губернатора, антимонопольный комитет уже занимается выяснением причин роста стоимости хлеба. А подорожание куриных яиц объясняется сезонностью. Впереди Пасха, но и с этим явлением власть намерена разобраться. У нас відбувається зростання цін на хлібобуличні вироби. Продовжила рости ціна на крупу гречану плюс 3,4%, крупа манна 1,7%. Темпи, безумовно, здали менше зростання, але зростання ми все ж фіксували. Що нас турбує? Що зросли ціни за декаду на яйця курячі на 8,3%.